Одним из самых узнаваемых символов Великой Победы стала георгиевская ленточка. Две оранжевые и три черные полосы. Эти цвета символизируют дым и пламя сражений, в которых ковалась победа. Акции «Георгиевская ленточка. 18 лет». Впервые символ воинской славы начали раздавать в 2005 году. С тех пор это делают регулярно. Правда, есть одно «но». Если большая часть наших соотечественников с уважением относится к георгиевской ленточке, то есть и такие, кто использовал символ в качестве некого украшения и аксессуара. Ленточками обвязывали сумки, их вплетали в волосы. Словом, привязывали на самые неподходящие места. Подобное отношение не могло не вызвать реакции. На федеральном уровне были приняты правила ношения георгиевской ленточки. О них в нашем следующем сюжете. В этом году волонтеры Победы приготовили для раздачи больше 100 тысяч георгиевских ленточек. Их в преддверии Дня Победы вручат жителям региона и гостям Югры, чтобы люди могли себя почувствовать причастными к празднику Великой Победы. Акцию «Георгиевская ленточка» начали проводить с 2005 года. И сейчас, пожалуй, нет ни одного человека в России, который бы не знал, зачем и где нужно носить символ Великой Победы. Георгиевская ленточка – это символ победы и мужества героев Великой Отечественной войны. Символ памяти, наверное, да, о тех событиях, о героизме. Наша история вот святое на сегодняшний день. Поэтому все югорчане, в том числе россияне, должны помнить об этом. Ее значение, роль. И роль ветеранов, которые отдали свою жизнь за наше будущее. Это память о победе в Великой Отечественной войне. Наши дедушки, бабушки, очень ценю их жертву и что они сделали. Потому что это было очень трудное для них время. К сожалению, в какой-то момент символ воинской славы начали цеплять на обувь, на сумки, вплетать в волосы, обвешивать георгиевской ленточкой машины. Этого категорически делать нельзя. Каждый такой поступок приравнивается к неуважению символа воинской славы. Оказывается, с декабря прошлого года существуют рекомендуемые способы ношения георгиевской ленточки. Бантиком завязать, либо это могут быть какие-то красивые, которые сейчас либо делают рукодельницы, либо это можно просто каким-то образом повязать, но главное, что это должно быть выше пояса, и нежелательные ношения на сумках, на внешней стороне автомобиля, то есть то, что может принести к быстрому внешнему воздействию и порче ленточки. А что касается машин, то размещать в них георгиевские ленточки можно. Главное, чтобы это не было снаружи машины, на антенне, на дворниках. Потому что так ленточки слишком быстро изнашиваются. Проще разместить их или на козырьке, или на зеркале. Главное, чтобы не мешало обзору. Павел Желтов, Владимир Дадыка, телерадиокомпания «Югра», Кантемировск. Специально для программы «Больше, чем новости».